Снимаю видео прощальное с Бангкока. Последний день. Самолет отменен. Мной. Почему? Ну, потому что я решил не выезжать. Тут все дешево. Носки сильно кляли. Ты не за сто. Все у меня как-то. Через час уезжаем. Ты нажрался кофе. Опять спать не будешь в самолете. Да. Ты мне что обещал, что ты кофе пить не будешь? Не дождешься. Покажи свой чемодан. Сейчас, подожди. Что там спрятался-то? Я видео снимаю. Да, сейчас это причешусь и снимемся. Нет, давай уже. Времени мало. Осталось. Вот мой чемодан. А я лежу. Везде. Я везде лежу. Отдыхаю. Ты вообще будешь упаковывать это все? Сейчас причешу, соберусь и упакую перед вылетом. А что ты опять чемодан свой раскрыл? Так мне там все надо уже вновь. Опять все понадобилось? Да. Что ты купил? Ботинки купил. Опять, что ли? Да нет, те же. Ну, мы подписчикам так не показываем. А? Нет, сегодня ты что купил? Сегодня не знаю, что купил. Колонку купил. Для айпада. Что еще купил? Футболки купил. 10 помад гигиенических Coca-Cola. От какой там фирмы они? Boots или что-то? Lipsmaker. Smaker. И две помады Sprite гигиенические. Все раздаю, все будут счастливы, мне кажется. Ой. Рад, что ты уезжаешь. Ага. Это самый лучший вопрос. Гениально. Вон ботинки, покажи подписчикам. Давай ботинки, хоть что-нибудь интересное. Да. Ну чё ж. Честно? Кожаные? Кожаные. Нормалёк. Нормалёк. Трусы показывать не будет. Опять что ли? Купил. На прощание. Давай еще что-нибудь интереснее. Ну, подойди сюда, вот и показывай. Ну, я не знаю, я же не буду копошиться в твоих вещах. Че я буду копошиться? Я без очков. Все, на этом все, что ли, видео? Вон. Жвачки. Жвачки. Я хочу жвачку. Кохты. Мне сказали, что на улице плюс 4 в Питере, и мне пришлось купить кофточки. Полосатенькую кофточку. Опять. Ну, слушай, опять покупки. Ты прям будешь теперь на все это, на весь год обеспечен шматьем. Какую-то черненькую кофточку. Я опять легла. Серенькую. Босс. 3 за 10. Ой. Еще футбол. Ну все, интересно. Ну ладно. Всем пока. Последний день у нас был отпуска.